Сейчас я вам попробую показать одну почти неизвестную песню Высоцкого, которую он написал в посвящении самому известному своему фильму «Место встречи изменить нельзя». И, значит, братьям Вайнерам. Я услышал в записи эту песню в домашней, где он у них дома поет эту песню. И, как обычно, на своем канале, значит, я бы хотел показать, как на аккордах Владимира Семеновича Высоцкого играется эта песня. Граждане, аж сколько ж я не пел, и нет лени, некому, жена в Париже, все дружки сидят, даже Глеб Жеглов, что ботал чуть по новой фене, ничего не спел, чудак, 5 вечеров подряд. Хорошо, из зала он не наш всех сортов, здесь то хочешь на банкет без всяких паспортов. Расскажу про братиков, писателей, соратников, про людей такой души, что не сыщешь ватников. Наше телевидение требовало резко выбросить слова легавый, мусор, элемент, поменять на мыло, шило, шило на стамеску, аварию переначить в чуждый элемент. Эх, сказали брат и брат, не усё спасем, мы сквозь наш редакторат это пронесем. Так в ответ подельники, скиданув халатики, надевали тельники, а поверх бушлатики. Про братьев-разбойников у Шиллера читали, про Лауденсахов написал уже Леон, про Серапионовых и школьники листали, а где ж роман про Вайнеров, их 2 на миллион? Проявив усердие, сказали кореша, эру милосердия можно даже в США. С них художник Шкатников написал бы Латников, а мы же в их лице теряем классных медвежатников. Не сочтите за крик выступление мое, не сочтите его и капризом, все братьями моими содеянное предлагаю назвать войнеризмом.